Так, друзья, подъезжает поездок. В городе Бидгош сейчас находимся и покидаем его уже. Маленький, но хороший такой милый городочек в Польше. Вот, встречаемся с ним. И сейчас поедем в следующий польский городок, который называется Познань. Вот, и да, уже оттуда будем ехать дальше в другие страны и будем продолжать путешествие в Голливуд. Голливуд! Да. Цена билета здесь до города Познань получается... Сколько билет получается? 20 злотых. Это сколько? 4 евро? Около 4 евро. Вот на таком поезде 2,5 часа ехать. Что ж, посмотрим, что из этого получится. А? Ну да, другие. Это как электричка. Да, да. Как типа электричка. Закинешь? А, я сам. Да. Все. Что-то спрашивают, спроси мне. А, нет. Не у нас спрашивают. Может, пересадки не было. Да, не должно быть пересадки. Так, друзья, пока все. Смотрите обзор того, двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.